Авиация не ограничивается лишь командой летчиков и стюардесс. Это целая отрасль народного хозяйства. В ней работают диспетчеры, механики, заправщики, метеорологи и конструкторы. Эти люди заслуживают уважения и почета. В этом году День воздушного флота отметили в субботу, 18 августа. Одной из площадок празднования стал музей гражданской авиации. Передовиков отрасли поздравил губернатор. От лица государственной власти и Российской Федерации, и региона также поздравить вас с самым главным, одним из самых любимых праздников Ульяновской области – Днем воздушного флота России. И надеюсь, нет необходимости объяснять, почему этот любимый праздник для нас самый важный, почему этот праздник для нас самый главный, потому что объяснение достаточно просто. Мы авиационная столица Российской Федерации. Профессия гражданского пилота не так легка и проста, какой может показаться на первый взгляд. Чтобы управлять самолетом, летчик должен обладать не только крепким здоровьем, хладнокровием и великолепной координацией, но и разбираться в механике, физике и аэродинамике. У Игоря Чипового богатый послужной список. Сотни подготовленных курсантов и более 5000 часов налета. Хотелось бы, конечно, чтобы мой сын пошел по моим стопам. Он в этом году уже в 11 классе, скоро выпуск, и вроде бы хочет тоже по этой стезе пойти. В праздничный день двери музея гражданской авиации были открыты для всех желающих, а воздушные судно-экспонаты ульяновцы могли осмотреть абсолютно бесплатно. После официальной части с награждениями и выступлениями артистов ульяновские авиаторы устроили традиционное авиашоу. Высадка парашютистов и пролет на реактивных самолетах ярко завершили праздник. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.